Сегодня в Тюмени торжественно открыли пешеходный бульвар пожарных и спасателей. Общественное пространство станет данью нелегкому труду представителей этих профессий. В церемонии участвовали губернатор Тюменской области Александр Мор, глава Тюмени Максим Афанасьев, местные жители и инициаторы создания бульвара, сотрудники МЧС. Главной достопримечательностью территории стали скульптурные композиции пожарных и спасателей и известный тюменцам кот Семен, за жизнью которого в социальных сетях наблюдали тысячи людей. Глава региона выразил уверенность, что общественное пространство станет местом притяжения земляков. Было много возможностей убедиться в профессионализме, героизме, верности своему долгу наших пожарных и спасателей. Это бывало много раз в период лесных пожаров, но и в этом году мы все вместе боролись с самым рекордным за всю историю наблюдений паводком. И пользуясь случаем, уважаемые коллеги, друзья, еще раз благодарю вас за все, что мы с вами вместе в этом году сделали.